Наезд на пешехода произошел около полудня на улице Воровского. 33-летний местный житель совершил наезд на 8-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть дороги в неположенном месте. От удара несовершеннолетняя местная жительница получила травмы и была госпитализирована в детскую городскую больницу. Другое ДТП произошло около 10 часов вечера в Адлерском районе. Водитель автомобиля «Шевроле» столкнулся с грузовиком «МАН». От удара водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован. Предварительной причиной аварии стало несоблюдение дистанции со стороны водителя легкового автомобиля. Около 3 часов ночи на улице Конституции участниками ДТП стали мотоциклисты и водители двух иномарок. Выезд на полосу встречного движения привел 39-летнего мотоциклиста в больницу. А в 4:30 утра причиной ДТП на улице Орджоникидзе стало нарушение правил проезда перекрестка. При выезде со второстепенной дороги на главную водитель автомобиля «Форд» не уступил право проезда другой машине. В результате столкновения пострадала пассажирка в автомобиле Hyundai.